Итак, комплекс Тангра на второй этаж, апартамент, две входные двери, прихожая, здесь хорошая прихожая, вешалочки, апартамент с одной спальней, это зал, кухня. Обеденную зону. Так, сейчас посмотрим. Так. Это у нас такой вот вид с балкона. Сейчас кухонька. И мы переходим в спальню. Спальненька, большая двухспальная кровать, столик, хороший вид, приятная мебель, и приличный санузел, душевая кабина, нагреватель и раковина. И окошечко, у нас хорошее окошечко, тут с прекрасным видом.